Здравствуйте. Сегодня я хочу сделать предсказание насчет Северной и Южной Кореи. В том году, в конце года, я давала предсказание. Оно находится в разделе «Южная Корея» под номером 4. Открылись две двери, расположенные друг напротив друга. Военные оттуда и оттуда пожимают друг другу руки. В последнее время я думала, почему было это предсказание, ведь состояние между КНДР и Южной Кореей только ухудшается. Но тут случается из ряда вон выходящее событие. Как мы уже, в общем-то, знаем, что страной руководила не президент, а ее личная гадалка. Вместе там с коллективом, так скажем, гадалка и К. И, в общем-то, то, что сейчас произойдет дальше, я дала предсказание на 2017 год по Южной Корее. Трон пуст, богиня правосудия с весами. Далее мелькает прозрачный силуэт статуи свободы. Ну, я думаю, что здесь без США не обошлось. И эта гадалка как бы не обошлась без советов США. Дальше, значит, я дала предсказание в долгосрочных предсказаниях. Оно стоит. Так, на 2018 год. В 2018 году рухнет стена между Северной Кореей и Южной. Я вижу плачущих от счастья людей, они обнимаются. Ну вот, в общем-то, получается, что за ближайшие два года должно быть, как бы, должна произойти дружба между Южной и Северной Кореей. То есть в Южной Корее произойдут какие-то перестановки и в отношении президента, и, может быть, еще в отношении кого-то из правительства. И все, в общем-то, как бы пойдет на лад. Ну, хоть две страны помирятся, не так ли? А то кругом война, война и война. Спасибо за внимание.